Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня у нас тема экологии, увеличения осознанности, как это все связано. На самом деле мы наблюдаем вокруг, что происходят изменения, которые не всегда хорошо помогают людям в выживании. То есть я имею в виду наше окружающее пространство. И когда вы видите, что загрязняются водоемы, воздух, люди кушают нездоровую пищу, загрязненные пестицидами и другими загрязняющими веществами. Это все ведет к заболеваниям и к тому, что мы называем смертью. Вот. И получается что? Что когда люди забывают об этом, то это все ухудшается. То есть люди просто делают вещи, ну, я имею в виду, например, покупают упаковки, какие-то продукты и выбрасывают упаковку. То есть она не перерабатывается, потом попадает в водоемы. Ее там, ну, скажем так, тоже никто не может переработать. И накапливаются целые огромные острова из целлофана и других материалов. То есть это все мешает естественному течению жизни на Земле. И сегодня даже наши друзья из АВАС решили устроить климатический марш, потому что то, что все вот происходит, оно влияет не только на какую-то определенную страну, на все игровое пространство. И то есть при этом тают ледники, совершенно могут быть затоплены многие города. И то есть то, что мы видим, это только лишь начало. Мы пока что не видим всей картины. Хотя в некоторых фильмах она показана. Если посмотреть, например, фильм «Земля», то там очень хорошо это видно. Многие вещи, они, которые снимал режиссер этого фильма, очень хорошо показывают, что происходит в странах, как происходит ухудшение экологической обстановки. И поэтому сейчас я говорю о том, как связано наше сознание с экологией. Человек, который осознан, он на самом деле не будет, например, там, убивать животных или способствовать их убийству, то есть я имею в виду поеданием там, мяса, рыбы или продуктов животного происхождения. Почему? Потому что это как раз и ведет к ухудшению экологии. То есть наибольшие выбросы, как показали исследования, производит как раз животноводство, то есть выращивание крупного рогатого скота, например, и производство так называемого нашего мяса. Поэтому очень важно понять, что когда мы увеличиваем осознанность, то меняются наши стереотипы и меняется наше пищевое поведение. То есть мы начинаем переходить на здоровое питание. И это, конечно же, в первую очередь овощи, фрукты, зелень, орехи, семена, то есть живая пища. И важно, чтобы она, конечно же, была органическим образом выращена. То есть без нитратов, пестицидов, гербицидов и других веществ. И, конечно же, не генетически модифицированная пища. Потому что это питание приводит, можно сказать, и к бесплодию, и к тому, что человек постепенно генетически изменяется. И то есть мы уже можем видеть людей, как, у которых странная кожа, у которых из-под кожи вылазят какие-то странные червяки. И очень много вещей происходит тех, которые мы не знаем, о них не говорят широко в новостях. Но если заглянуть в интернет и поискать, то мы все это увидим. И так называемые химиотрассы на небе, с которых распыляют неизвестные вещества. И в этих веществах находятся как раз те вирусы, бактерии, паразиты, после чего возникают заболевания. Поэтому вся информация доступна. И поэтому сегодня время для изменений. Давайте каждый из нас заявим, что мы хотим жить в экологичной, чистой, здоровой атмосфере, планете или как бы мы ни назвали это, игровом пространстве. Главное – это увеличивать свою осознанность. И когда мы ее увеличили, соответственно, с каждым шагом мы больше видим, больше наблюдаем, принимаем лучшие решения. То есть мы можем улучшить свое состояние, я имею в виду здоровье, чтобы быть счастливым, здоровым, и потом помогать другим это делать. Потому что когда человек осознан, он, конечно же, заботится и о себе, и о своих друзьях, близких, и вообще о людях, о природе, о животных, о растениях, обо всем пространстве в целом. Поэтому моя цель – это показать, что изменения возможны. И когда мы увеличиваем свою осознанность, улучшается все вокруг нас. И мы вместе создаем пространство любви, гармонии и счастья. Поэтому я, друзья, предлагаю вам присоединиться к этой акции экологической, направленной на увеличение и улучшение состояния окружающей среды. Вы можете поделиться этим видео, поставить ему нравится, конечно же, если оно вам понравилось,
И присоединяйтесь к тому, чтобы вместе создавать безопасное, экологичное и здоровое пространство. Я вам желаю всего самого наилучшего, и мы увидимся скоро в следующем видео. До встречи!